Ребята, всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о заработке в интернете на ходьбе. Я хожу и получаю деньги. Вернее, я получаю криптовалюту свит и начисляются за шаги эти свиткоины. Криптовалюта свит, которую я после могу вывести на кошелек, на биржу, и уже там с биржи выводить в доллары и с долларом на гривну, то есть на карту свободно буду выводить эти свиткоины. Курс свиткоина, он разный, есть один свит, и раньше 4 гривны было, и 5 доходило. Сейчас мне многие пишут, что один свит — это гривна 75. Но я в интернете вижу, что свит все-таки 1 цент, 2 цента, он прыгает. Здесь вот свит валит, это кошелек, его нужно установить сразу же, когда вы устанавливаете свиткоин, потому что сюда будут выводиться, приходить автоматом ваши вот свиты. У меня сейчас их 60 свитов. Если я вот сюда нажму, то их можно будет перевести другу или перевести сразу же на биржу. Здесь вставляем адрес и просто выводим. Я пока не выводила. Мои знакомые выводят спокойно и перечисляют потом в гривны. Дальше я хочу вам рассказать, как можно заработать больше свиткоинов. Это вот здесь мы можем заработать больше свиткоина. Свиткоинов каким образом? Смотрите, каждый день 20 минут вы можете увеличивать свои шаги. Это вот сюда вот нажимаем. Здесь вы, когда будете ходить, шаги ваши будут удваиваться, и вы будете получать больше свиткоинов. Дальше, как можно получить больше, это смотреть рекламу. Смотрите, каждый день мы можем смотреть по 3 рекламы. Нажимаем вот на этот подарочек. И вот здесь мы ждем вот 0,50 монет. Самое большее, что у меня было, это 4 свита. Рекламы здесь бывают абсолютно разные. Можно за короткую рекламу получить 4 свита, а можно за длинную получить 0,3. Тут уже как повезет. Здесь вот, смотрите, мне дали один свит. Ну, это достаточно, спасибо. Вот так вот каждый день вы смотрите рекламки, нажимаете на подарочки и зарабатываете больше свиткоинов. Сейчас у меня в приложении свиткоин, вот мы видим 189 свиткоинов. Здесь эти свиткоины можно обменять на любые подарки. Вот смотрите, здесь вот наушники мы даже можем купить, браслеты разные, какие-то акции на концерты, возможно. Вот здесь мои заработки мы можем посмотреть. Вот в день у меня вот столько вот получается, 3 свиткоина, 5 свиткоинов, 7 свиткоинов, самое большее вот было почти 10 свиткоинов в день, здесь 9 мы можем
наблюдать. Но это не только за шаги, смотрите, это вот за подарки, самое большее, вот 7,50 за подарки и за шаги в день. Вот я нашагала 2 свиткоина. Здесь я нашагала, это двойные у меня, 1,75, всего 6,75. Здесь я нашагала 4, почти 5 свиткоинов, дополнительно 0,90, за подарки получила 3,50. То есть, чтобы зарабатывать, вы сразу с этим же приложением свиткоин должны закачать сразу же кошелек свитвалет. Вот этот кошелек сразу же должны установить вместе с приложением свиткоин, чтобы в кошелек вам перескакивали свиты, и уже отсюда вы сможете выводить на биржу, и с биржи, как я уже говорила, там проблем не будет на гривны. Также у меня есть канал в Телеграме о заработке в интернете в Украине. Переходите, будем общаться, обмениваться опытом. Я буду много рассказывать, описывать. Вы читайте, комментируйте, я буду вам отвечать. Спасибо, что зашли. Оставляйте свои комментарии, то, что непонятно о свиткоине, о заработке на ходьбе, вы оставляйте комментарии свои под видео, я оставлю ссылки обязательно на свой канал в Телеграме, на приложение свиткоин. Всем удачи! Thank you.